Жінка у період вагітності почуває себе особливо. Вона хвилюється і за себе, і за свою майбутню дитину. Як же пережити період карантину? Саме з цим питанням ми звернулись до Світлани Бондаренко, кандидата медичних наук, лікаря-гінеколога вищої категорії. Доброго дня, пані Світлано. Насправді, жінка в цей період, вона завжди була особливою, так? І ми всі знаємо, як це хвилююче, наскільки хочеться жінці мати здоров'я, так? Мати здоров'я і для себе, і для своєї дитини, для того, щоб пройти увесь цей шлях, пройти його успішно і щоб не було ніяких проблем. Тож, зараз жінки, які опинились у період карантину в такій ситуації, вони, мабуть, хвилюються більше за усіх. Що би ви могли їм порекомендувати? І одразу, от зразу хочеться запитати вас, як ви налаштовуєте жінок? Так, дійсно. Беременность – це взагалі унікальне состояние сім'ї, которая ждут. Это уникальное состояние ожидания. Это, наверное, самый приятный момент в жизни любой семьи, когда семья ожидает появления нового человека. Ну, сейчас действительно очень сложный период в нашей стране. Вы знаете, ну, мы, наверное, не были в таком состоянии уже лет 100. Это точно. Да, и вначале как-то мы очень спокойно к этому относились, но потом по мере поступления информации вот эта тревожность, наверное, нарастала. Угу. И вы знаете, вот этот первый выступающий психолог, мне очень понравилось, когда она сказала, как нужно бороться со страхами, очень полезные советы. Вот, поэтому как мы сейчас справляемся? Ну, я бы хотела сказать, что больше всего, конечно, беременная женщина у нас наблюдается онлайн. Да? И мы советуем им не ходить в больницы как можно реже, потому что, ну, с одной стороны, беременность – это физиологический процесс. Ну, грубо говоря, да, наши бабушки иногда вообще не ходили в женские, женские консультации или к гинекологу, и нормально здоровых деток рожали. Поэтому не ходите нашим беременным. Но, естественно, если возникают какие-то вопросы, нужно обязательно связаться со своим гинекологом, рассказать все симптомы. У меня постоянно телефон на связи. Вы на связку, да, сейчас? Постоянно. Это утро начинается, и пытаешься помочь. Если же получаются какие-то проблемы, я вижу, что я уже тоже не справляюсь по телефону, такая женщина должна приехать на приемный покой в перинатальный центр, к своему гинекологическое отделение, смотря в зависимости от срока беременности, либо позвонить семейному врачу, рассказать все симптомы, если у нее появились симптомы, ну, ОРВИ, ОРЗ, то есть какие-то простудные, да, симптомы. Если же это гинекологические проблемы, то поговорить с гинекологом. Ну так, звісно ж, треба розуміти, да, з чим ви звертаєтесь, до якого фахівця вам потрібно звернутися. А з якими питаннями найчастіше звертаються? От режим онлайн, так? Ну це насправді дуже добре, що зараз він є, що ми можемо спілкуватися. Ви знаєте, Ілечка обращається з любими проблемами. Так. У мене заболів живот, у мене заболів там, у мене понос, у мене заболіла голова, мені плохо дышать, у мене, то есть с любыми, потому что... Это же вагітні жінки. Это вот мы возвращаемся к первому, да, страхом. Страх. Вот страх, когда не было этого страха, они, наверное, не могли не обращать на это внимание. Но сейчас любой маленький симптом, хочется поговорить. Успокоили, я их стараюсь успокаивать. Все это нормально, все пройдет, давай вот можешь принять это, там, это, то есть какие-то рекомендации даются, и проблема исчезает сама собой. Ну, от бачите, у вас же такий досвід, просто ви скільки років вже працюєте, да, знаєте, вже жінку, розумієте, з якими питаннями вона взагалі, в принципі, може звернутися. Але ж жінки вагітні – це особливі жінки. І справді всі вже чекають цього періоду процесу, коли вже жінка зможе народити дитину, так, коли пройде цей шлях. Але ж до того у неї, і навіть коли раніше не було таких проблем, і вона була спокійною, врівновеною,
зневаженою, то в процесі вагітності в неї з'являються ще більше питань, з якими вона може звернутися, ну, я не знаю, просто, от просто тому, що вона вагітна. Так? Як розрізнити? То, справді ж фахівець повинен знати жінку настільки добре. Чаще всего действительно нужно знать, а если это твоя пациентка, то, естественно, ты уже знаешь, какие у нее были до этого проблемы или страхи, или, ну, я знаю, заморочки, что ли, можно так, сказать. Так, так. Потому что, ну, каждый человек со своими вопросами, и каждая проблема может быть из маленькой вырасти в большую. Но что бы я хотела порекомендовать в этот период? Чаще всего говорят, что нужно делать. Естественно, нужно профилактировать, наверное, любые простудные заболевания. Раз. Начнем, наверное, с самого начала сидеть дома. Так, прежде не выходите, чтобы не было навіть таких контактов. Нет. Контактов. Второй вопрос. Не выходить, как же гулять? Как вот у меня звонит беременная, говорит, о, у меня ребеночек очень сильно шевелится, активный, нужно погулять, нужен кислород. Действительно, при кислородном голодании может быть шевеление усиливаться. Что нужно? Гулять нужно. Как? Взаимоисключающие, да? Вот это правда, казалось. Зараз же в лес и в парк поэтому не можно. Куда? Рекомендуем как? Выходить рано утром, либо это в 6 утра. Угу. Ну, можно поспать позже, да, вот иногда хочу поспать. Ничего страшного, выйдите пораньше, погуляйте раньше, и либо позже с мужем вдвоем выйти погулять в 9, там, в 10 часов вечера. Ну, извините, почему мы можем выгуливать собак? Можно, а беременную женщину нельзя. Справді, справді, я з вами на 100% погоджуюсь. Обязательно нужно, конечно, гулять. Второй момент. Профилактировать. Как профилактировать? Вот прекрасный напиток фреш, то есть очень много у нас фруктов, которые может быть. Имбирный чай, который, вы знаете, уже на слуху, и говорят, что имбирь уже больше и дороже, чем валюта сейчас стала, но тем не менее это есть. Прекрасный чай, мед, лимон, обязательно лимон и имбирь. Пейте. Это не стоит, да, чуть может быть дороже он стал, но там это, сколько ему треба, так? Да, это не дороже, чем лекарство, которое купить звичайно, в аптеке. Звичайно. Вот. Третье. Мне понравилось, психолог рассказывала дыхание. Вот дыхание обязательно нужно тоже выучить. Найдите в интернет дыхание по бутейка. Прекрасные методы дыхания. Это три, да, они працюют, потому что нет застойного. У беременной женщины чем больше срок, тем больше поддавливается диафрагма, скажем, уменьшается объем легких, поэтому ей обязательно нужно выработать такое дыхание. Три раза глубоко вдохнуть, потом на четвертый выдохнуть глубоко и задержать от 5 до 9 секунд. Замечательно. Сколько получается? Не получается 9. Начните с 3, 4, 5 и потом по нарастающей. Очень хорошо. Зарядка. Элементарная. Элементарно. Не надо говорить, что я беременна, мне нельзя ничего делать. Ну, это же не хвороба, просто вагітність. Нужно. Нужно обязательно делать зарядку. Элементарную. Вы знаете, грубо говоря, так руками помахать и ногами, это... Не ну, стоит же, много да. ни времени, ни усилий, но, тем не менее, дает хороший результат. Пані Світлана, ну, насправді, з приводу от, прогулянок, так? От ви сказали, що зранку краще було б. Ну, це справді ж добре, коли ще нікого немає і людина може вільно дихати. Ультрафіолет. От, отримає достатньо вона ультрафіолету? Ви знаєте, теж дуже хороший питання. Спасибо. Сьогодні утром буквально я слышала виступлення, що американські учені очень долго работали над проблемой, опять же, коронавируса, и просто уникальные у них исследования, они завершили только, что воздействует на коронавирус. Так вот, ультрафиолет, буквально температура окружающей среды 24-25 градусов погибает коронавирус в течение там 6-7 часов, а при температуре 30-32-35 где-то в течение 2 часов. Но если попадает ультрафиолет, буквально погибает в считанные секунды, минуты. Поэтому
открыть окошко и поставить свое лицо в окошко. А на балкон можно выйти? На балкон. Ну вот нет балкона. Открыть окошко, выйти на балкон. Солнышко сейчас такое благоприятное, да? Можно выйти, и чтобы ваш ультрафиолет получить... Организм получил. Хвилин 15 достатньо ж буде? Замечательно. Это очень хорошо. Поэтому ультрафиолет очень хороший метод. Во-первых, это, ну, скажем, витамин D, который нам нужно. Сейчас очень много работ по тому, что нужно принимать беременной женщине для того, чтобы мы получили здорового ребеночка. Мы все хотим получить здорового, умного. Поэтому есть много вопросов. Надо пить витамины? Какие витамины? Много ли? Мало ли? И вопросы, конечно, дискутабельные, но тем не менее есть моменты, которых вот я бы согласилась с тем, что витамин D. Много ли мало? Не нужно много. Вот в последнее время, вы знаете, вот у нас бывает так, от ничего до максимализма, да? Вначале говорили, что надо маленькую дозировку. Потом много витамина D не бывает. Увы, для беременной женщины нужны ограничения. Много не нужно. Дозировка от 500 до 600 грамм, миллиграмм. Это еще пыты, так? Да, если так. Брать капсулку, таблеточку, обязательно. И фолиевая кислота. Вот два витамина, которые нужны беременной женщине. Больше ничего. Ну, если нет других показаний. Ну, если это беременность физиологическая, протекает нормально. Ну, от справді ж, люди звикли навесні, восени пропивати курс вітамінів, але ж зараз лікарі вже зовсім інакше ставляться до тих вітамінів, які можна придбати в аптеці. Різні ж вони є, так? Особливо, якщо це хімічного складу, то не рекомендують, частіше не рекомендують. Ось з приводу вагітних, мабуть, там теж спочатку треба дізнатися результати. Так, я от теж, скажімо так, дуже осторожно назначаю хімічні вітаміни, тому що... Ну, не знаю, наверное, исходя из опыта уже. Так, иначе уже... Да. Если есть возможность, хотя с другой стороны, по-другому можно посмотреть. Тех же, говорят, фрукты, овощи. Есть такие фрукты, овощи, у которых, увы, витаминов тоже очень мало. И вот парадокс, вопрос. Что лучше на весах? Так. Апельсин или банан, да, или там киви, либо... Таблетка поливитаминов. Все-таки, конечно, больше склоняешься к фруктам, но не всегда эти фрукты, они хранятся, они долго транспортируются, они обрабатываются так, чтобы они не пропадали. Да? Почему наши яблоки хранятся, ну, положи яблоко неделю-две, там они и месяца, и они уже пропали. А яблоки купишь, может... Так, и полгода лежать, да? Но, поэтому вопросов много. А все-таки беременность, это, опять же, мы хотим что? Здорового, умненького, конечно. Поэтому, естественно, давайте минимизировать. Знаете, вот давайте на том, что есть клюква, купите клюкву, сделайте морсик. Попейте. Есть шиповничек? Сделайте шиповничек. Добавьте там меда, и будет компотик. Есть сухофрукты? Сделайте такой компот. То есть сделать минимально доступно и полезно пища. У нас же, знаете, зараз, якщо вагітний, то вже стараються найдорожче, все найкраще, все, щоб там, все, щоб було добре. А насправді треба просто розуміти, що саме ви купуєте, який склад, що там буде в тих фруктах, овочах, чи буде в тій їжі, яку ви купуєте, не завжди. Якщо вона дорога і така недоступна, може вона не настільки корисна. Совершенно правильно. Іноді квашена капуста, зроблена бабушкою або мамою, вона більш ценно и полезно, чем, я знаю, купить что-нибудь там, тот же апельсин, те же витамин С, да, если поставить на весы. З приводу того, як жінка може себе почувати. Ну, от є жінки, яким дуже легко вдається пройти вагітність, і вони без проблем народжують дітей, а є жінки, яким важче. Що зараз? Чи відслідковується зараз тенденція? Які зараз стали жінки? Що можна сказати взагалі? Кстати, от
в последнее время работаю действительно очень долго уже, много лет, поэтому раньше мы не назначали, допустим, несохраняющую терапию. Сейчас буквально у меня вот за этот период коронавирус, да, карантина, несколько девочек забеременели, и приходится очень сложно коррегировать вот гормональный статус. Но тем не менее, беременности какие-то, ну, я бы не сказала, хилые, да? Можно такой вопрос сказать. Не женщины хилые в беременности, что их нужно поддерживать. С чем это связано? Вы знаете, есть несколько, мы не можем однозначно сказать, потому что ученые работают над этим, но если просмотреть такую тенденцию, то, наверное, это все-таки то, что мы едим. А что мы едим, в этой пище очень часто есть такое содержание гормонов, которое потом приводит дисбаланс нашего организма. Мясо, конечно, которое вот эти бройлеры, когда мы видели этих кур, которые огромные. А варится как швидко, это же про что-то да. говорит. Так. Это все, понимаете, мы не замечаем. Потом сладкая вода, эти хрустящие вот эти чипсы, я даже их не знаю. Ну, то есть много чего, я перечислять не буду, все эти знают, все это читают. Сейчас информационный такой бум, что куда ни посмотрел, ты через секунду уже знаешь все. Вот. Но результат-то остается. Так. Почему 50%, даже я бы сказала чуть больше, женщин, которые забеременеют, мы начинаем их чего-то лечить, мы им давать. Вот буквально сегодня я девочка у меня забеременела, уже я ей назначила гормональную терапию сохраняющую, то есть пока созреет это, ну, то есть наступит баланс, то есть что сохраняет желтое тело, плацента, да, вот, вот это пока оно созреет, нужно немножко помочь этой беременности. Ну, вот такие моменты, конечно, очень часто, скажем так, у нас возникают сейчас. И, увы, поэтому по телефону, конечно, пытаемся. Если возникает вопрос, они приходят на прием. Но нужно заранее договориться, чтобы время не стоять, ни с кем-то не контактировать. Но я вам скажу, конечно, пациентов очень мало. Они молодцы, они не ходят просто так. Когда мне звонят просто прийти на прием, на профосмотр или на очередной, там, я все-таки отправляю их на... Ну, будемо сподіватися, що все буде добре. Я знаю, що ваш досвід, він допоможе, допоможе будь-якій жінці. І справді вони вдячні, що мають з вами справу. І вдячні ми, що прийшли ви до нашої студії. Багато Спасибо. Чого зараз розповіли. Дуже такі важливі моменти. І про них треба думати, дбати. І цей процес, щоб справді він був радісний для вас. Щоб увесь процес. І виношування дитини, і народження. І щоб потім далі була здорова і така родина. Так, щоб ми знали, що все добре, і з дитиною, і з мамою, так? Звісно, це ну, що... наше покоління, це наша Україна. Звичайно, дуже дякую вам. Ну, а ми з вами Спасибо. Зустрінемось вже завтра о 13:30. До побачення.